Дорогие друзья, добрый вам вечер. Спасибо, что приехали в Козлово, Алексей Козлово. И мы, конечно же, волнуемся и счастливы вам представить сегодня аж две программы. Первая из них — это «Грёзы мегаполиса», а вторая — «Русские северные песни». Мы вас познакомим поближе, я, насколько смогу, немножечко расскажу об этом, но постараюсь не проводить. И давайте познакомимся. Я вам представлю моих дорогих друзей, коллег, замечательных музыкантов, которые сегодня будут играть. Бас-гитара, смотрите, как внушительно это выглядит. Сергей Слободин, прошу пожаловать. Которая органичнейший влился в программу, и в очередной раз я открыла его для себя самых положительных сторон. И мой брат по ритму Вартан Бабаян, барабаны. В общем, чем меньше говорим, тем будет больше музыки, дорогие друзья. И первая вещь, она немного шутливая и настроена на разговор с вами. Все вы знаете, какая у нас была погода в Москве летом, да? Все мы ожидали лета, но почему-то оно как-то себя странно вело. Мы попробуем перевести это на язык музыки. Thank you.
Большое спасибо, дорогие друзья. Большое спасибо. Ну вот да, это у нас такая новая песенка, композиция. И там замечательно, что мы вместе сможем ее создавать. Всегда говорю об этом, всегда. Глубоко уверена, что музыку создаем мы вместе. Не только музыканты. Музыканты и зрители. Хватит болтать. Спасибо. Да. Погода получилась отличная, мы кайфанули. Если будет дождь, так можно поиграть. Дорогие друзья, следующая композиция, она называется «Play with you». Играем с тобой. Thank you.
дорогие друзья. Большое спасибо. Очень приятно чувствовать вашу поддержку, внимание, помимо, это очень важно. И мы продолжаем. Следующая композиция называется «Соу Куба». Ну почему такое название? Я думаю, что вы слышите на музыкальном языке, поймете. Thank you.
Дорогие друзья, большое спасибо. Как вы себя чувствуете? Как у вас настроение? Все хорошо? Слава Богу. Ради этого музыканты занимаются этим делом, чтобы вам было хорошо. Дорогие друзья, следующая наша композиция, она называется «By Hand with Glasper». Ну, это мой такой вот один из любимейших музыкантов, наверное, нетрудно догадаться, Роберт Гласпер. Ну, мы решили посвятить ему нашу импровизацию, композицию.
Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо большое. О, ну сейчас не без волнения, конечно. Сейчас мы приступим к еще одной программе. Хорошо, заходите. Но у меня есть, но это руки. Дорогие друзья, в общем, сейчас я вам все расскажу. Следующая программа. Она называется «Песня русского севера». Сразу вам честно скажу, что меня очень-очень нас вдохновляют настоящие записи, сделанные в деревнях настоящими профессиональными фольклористами, которые ездят в экспедиции. Я считаю, что это наш золотой культурный фонд, и меня это вот по-настоящему трогает, по-настоящему интересует. Поэтому мимо пройти было невозможно, даже можно сказать, что это не моя воля была. Это, я сейчас, чтобы не ошибиться, песенно хореографическая традиция Верховашского района Вологодской области. Вы знаете, у меня дедушка, бабушка, они там через реку жили. Река раньше называлась Воскресенье, а потом стала называться по-другому. И впервые на этих землях стали обосновываться отшельники монастырские, которые хотели вот начинать жить в общине. Вы помните, как это в истории было? А деревня, где жил дедушка, она называется Заборье, представляете? А потому что рядом был огромный такой густой лес. Там уже кроме диких животных никто не жил, а человек в деревне было, ну, наверное, может быть, 40-60, очень мало домов. И моя мама, она еще помнила тот момент, когда ее маленькая привезли туда, и там играли песни, собрались около этого леса. Это, конечно, было удивительно. Конечно, этой деревни нет, но сохранились оттуда записи. А сегодня вы услышите одну из них обязательно, эту мелодию с той деревни. Я думаю, что многих из этих деревень не существует уже. Но я к чему все это говорю. Перед тем, как играть русские северные песни, позвольте мне заявить о следующей программе. Мы будем расширять географию, конечно, этих мелодий, этих песен. И сейчас я жутко вот переживаю, волнуюсь, потому что сейчас я хотела бы сыграть номер на припевке, которая называется «Батюшка». Это село Плёхово. Я фанатка абсолютно их творчества. Это южная область России, там у них другой говор. Поэтому, дорогие друзья, позвольте как анонс к следующему нашему, к следующей программе.
богатая невеличка, купил мне батюшка новые черевички. Черевички скрипят, а ребята глядят, дай хай вам, ребята, да на пересаду. Да что мои черевички подписаны заду. Пойдуш, пойдуш, наварила баба груш, сама села, папа ела, деду юшки дала. Деда юшки попила, бабки грюшку набила. Иха, иха, ох, кум, кумира, Павел куму в виноград, да ешь кума виноград, я дыши твои рад. Ох, лед трящит, да вода блящит, а то кум, да кум еще пока тащит. Ой, бей, гопса, не боюсь отца, боюсь мужа дурака, на колоте баха. Рассыпся горох на 12 дорог, да на бурики, на зурики, на черный лед. Спасибо большое, дорогие друзья. Ну вот, да, это такая была заявка о следующей программе. А сейчас мы с вами возвращаемся в культуру Северной Русской области. И, дорогие друзья, сейчас прозвучит как раз вот та самая мелодия из дедушкиной деревни, которой больше нет, деревня Заборье. А мелодия, песня, Господи, они же даже, Егор, не дай соврать, они же говорят, мы играем песни, да, вот, потому что, ну, лих это как жизнь, как естественный воздух, правильно? А, ты гуляние, гулянье, деревня Заборье.
Большое спасибо, дорогие друзья. Сейчас мы продолжаем и прозвучит наш взгляд импровизационный на аутентичную прекрасную мелодию. Это хоровая игровая песня из деревни Фоминской. Она называется «Заюшка с подсеночком гуляй так и гуляй». Заюшка с подсеночком гуляй так и гуляй, по щелинке с маленьким разгуливав гуляй. Ох, некуда заюшку выскочить, ох, некуда щерону выпрянуть. Ища мели ворота крепко заперты стоять, все замки запечатанные. Thank you.
И вот моя бабушка из деревни Липово-Каурово, я узнала, что в 85-м году она уже прекратила свое существование. У меня мечта по идиоту найти вот как раз записи из этой деревни, пока я не слышала, что это происходит. Но поскольку это север, то, наверное, я тоже какой-то генетический носитель этой земли, я надеюсь. И просто у меня возникла такая мелодия своя, поэтому мы будем считать, что это деревня Липово-Каурово, колыбельная, ну уж простите меня, это так. А потом, может быть, я найду настоящую мелодию. Ланет луки на киле, и водяница.
Огромное спасибо, дорогие друзья. Без вас не было бы нас, поэтому все взаимно и по любви. А мы сейчас хотели бы сыграть вам, так и буду говорить, плясовая кадрильная песня. От Бобрихи до дорога. Деревня Урусовская. Я на поле так меня поражал, хочу же беседа.
уходит от меня служен. Thank you.